Всем привет, установочный центр PC-Auto. Сегодня у нас Infiniti FX35 7-го года. Сюда был поставлен Agrum Audio в большой коробке. Такой радар-детектор Monaco. И вот такой регистратор. Регистратор вот он. Естественно, был проложен проводочек. Аккуратно регистратор вращается и, соответственно, смотрит на мента. Вот, также он снимается и, соответственно, уносит себе этот домой. Как нажать ОК, я не знаю. Вот, значит, антирадар точно так же подключен, то есть ключ выключаем, регик вырубается, все гаснет. Поворачиваем ключ, все опять включается, как и должно быть. Значит, как работает Agrum Audio? У нас есть DVD, родной DVD, CD, родной CD, и еще раз нажимаем CD, у нас Agrum Audio. Agrum Audio подключен iPhone, идет зарядка. Вот, соответственно, играет с iPhone музыку, да, там что-нибудь такое вот. Даже треки щелкает. Да, щелкает треки с контакта. Пощелкай треки. Еще? Не, не хочу, мне нравится песня. Вот. Далее было две розеточки, значит, эта розеточка под iPhone, ну, она Agrum Audio подключена, да, туда можно USB втыкать, если что так. Вторая розетка просто зарядник. Вынули, iPhone пропал, зарядник, вот зарядка пошла. Вот такая схема, воткнули обратно iPhone, воткнули в контакт и play пошел. Перещелкнули, работает музыка. Такая вот тема. Штатные функции все работают. SAP работает, музыка базе. Или Bose. Да, микрофон для громкой связи поставили вот сюда. Здесь уже стоит другой какой-то микрофон. От сигналки. Никто не знает, это сигнал, когда я покажу, что здесь еще есть. Еще было найдено, что вот здесь вот есть кнопка поднять, положить трубку. Я не знаю, откуда она здесь взялась. Ой. Она, кстати, подсвечивается синеньким и красненьким.